is something that I wrote after the session that I taught in New Orleans at the AFP conference. Эту раздатку Сеня подготовила после той сессии в Новом Орлеане, где она познакомилась с Татьяной. It was very easy to take the slides that I prepared, which is the presentation that we're going through today, and turn it into this, it's actually, we just have a printed version today. И слайды, которые мы сегодня пройдемся очень быстро, они как раз сделаны на базе вот этой раздатки. So a lot of, there's a lot of good information in here, and if we happen to sort of skim over something in the presentation today, you ought to be able to pick it up out of this handbook. И в этой раздатке очень много интересной информации. Если мы какой-то из нее, какой-то части не затронем, то вы сможете это все прочитать сами после сессии. Okay. Is there anybody who doesn't know what a blog is? Есть ли кто-нибудь здесь, кто не знает, что такое блог? И она говорит, какое-то время назад она почувствовала себя настоящим ковбоем, даже cowgirl, как они говорят. У ее подруги есть несколько коров, и Сэнди верхом на лошади загоняла это стадо в стойбище. Было очень весело.